В Карачаево-Черкесии продолжается вакцинация от COVID-19. Из числа медработников и педагогов уже привилось 190 человек. Вчера в республику прибыла очередная партия вакцин «Спутник В». Из 300 доз все они поступили в районные медучреждения. Подробнее о том, как перевозится и хранится вакцина, а также кто первым будет привит, узнавал Аслан Гирюгов. На сегодняшний день Министерством здравоохранения Карачаево-Черкесии всеми тремя траншами было получено 542 дозы вакцины от COVID-19. Данные препараты распределены между медицинскими организациями. Как и было решено изначально, вакцинированы будут три категории людей – социальные и медицинские работники, а также педагоги, ведь они больше всех подвержены риску заражения вирусом. Медицинскими организациями республики были распланированы количество людей, которые должны были вакцинироваться, и, соответственно, все вакцинируются в строго установленном порядке. И на сегодняшний день все идет по плану. Также Мадина Бастанова отметила, что новую вакцину очень сложно перевозить. Для сохранения и транспортировки требуется температура минус 18 градусов по Цельсию. Для этого было приобретено специальное оборудование. На сегодняшний день у всех привитых не обнаружено побочных эффектов. Также имеются противопоказания. Нельзя проводить вакцину тем, у кого есть любые хронические заболевания на стадии обострения, а также онкологические заболевания. Кроме этого, существуют возрастные ограничения от 18 до 60 лет. Перед вакцинацией обязателен осмотр пациента врачом, термометрия, и после этого, естественно, мы направляем на вакцину, на вакцинацию. Особых других условий для вакцинации нет. То есть не нужно делать ни тест от ковид или еще чего-либо. Часто бывают вопросы, можно ли делать вакцинацию людям, которые уже перенесли ковид. Можно делать при условии, если переболевшие уже титр антител уже упал до незначительного минимума. Также в начале следующего года планируется приобрести дополнительные прививки для добровольной вакцинации всего населения Карачаево-Черкесии. Для этого нужно будет проконсультироваться с участковым врачом, где каждый человек будет внесен в специальный список, после чего получит прививку от COVID-19. Аслан Гирюгов, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.